Поймать на феромоны как можно больше самцов. Жуков и сачей. Такая задача сейчас стоит перед сотрудниками Россельхознадзора. Эти насекомые портят древесину, и задача специалистов – выяснить карантинные участки леса, где в этом году их выявилось особенно много. Вот эта пробочка с химическим препаратом. На нее слетаются все самцы в округе. Они прилипают на эту клеевую основу. Там нет внутри клеевой основы. Эти бабочки здесь прилипают и уже вылететь не могут. Их тоже периодически раз в неделю надо снимать, эти бабочки, чтобы свежие налипали. Потому сколько за определенное время на феромонную ловушку попало из жуков, судят о численности популяции в данной местности. На сегодняшний день с помощью таких ловушек выявлены два карантинных лесных вредителя. Это черный сосновый усач и большой черный еловый усач. Опасно не тем, что поедают древесину, то есть поедают не только кору, но и портят саму структуру древесины. То есть при распространении данных вредителей на территории леса, лесоматериал уже полностью непригодный для применения. В местах, где жуков выявилось особенно много, объявляют карантин. Устраивают санитарную вырубку сухостоя и ограничивают вывоз оттуда древесины.